Небесное светило Земли на несколько минут стало огненным кольцом. Правда, только для жителей Австралии и нескольких групп островов, включая Луизиаду, Кирибати и Соломоновы острова. 10 мая в этой части света можно было наблюдать достаточно редкое солнечное затмение, которое характеризуется тем, что Луна закрывает от Земли Солнце лишь частично, оставляя по краям небольшую кромку света, напоминающую кольцо. Впрочем, увидеть это невооруженным глазом было невозможно. Чтобы понаблюдать за природным явлением, ученые и астрономы со всего мира отправились в гористую местность на северной территории. Там они, вооружившись телескопами и биноклями, устремили свои взгляды в небо. Затмение началось чуть раньше 7 утра по местному времени. Продолжалось оно около 4,5 минут. Мы видели, как Луна закрыла Солнце, туч практически не было, и вид был прекрасным. Каждый год или реже происходит то, что Луна оказывается немного меньше и не может закрыть Солнце полностью, так что остается небольшое кольцо света. Это завораживающее зрелище. Полные солнечные затмения также случаются нечасто. Следующее подобное явление ожидается в марте 2015 года. Его можно будет наблюдать с Фарерских островов, Северной Атлантики, а также Северного полюса. А вот следующее кольцеобразное затмение случится в апреле 2014 года. Правда, увидеть его можно будет только в Антарктиде.